Дорогие друзья, мы с вами находимся в школьном музее боевой славы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения номер 3 города Тосно. Наш музей посвящен героям Советского Союза, летчикам, защищавшим тосинское небо. Первоначально в 2005 году музей был посвящен одному единственному герою Советского Союза, Тимофею Сергеевичу Петровичу, имя которого носит наша школа. Семен Петрович сражался за Ленинград, Москву, Сталинград и по окончании Великой Отечественной войны поселился в городе Тосно и прожил здесь до 1974 года. Он вел активную патриотическую работу среди учащихся, является почетным гражданином города Тосно, награжден орденом Ленина, двумя орденами боевого красного знамени, двумя орденами Отечественной войны. И также среди экспонатов музея и информация о герое Советского Союза Шаруне Михаиле Федоровиче, который трагически погиб, героически погиб в 1944 году, когда бомбил немецкую колонну и совершил уже подбитым самолетом таран этой колонны. Его память увековечена в поселке Фарносово, там установлен соответствующий памятник. Герой Советского Союза Татмин Николай Яковлевич погиб в 1942 году, в самом начале осады Ленинграда, в небе над городом Тосно, и героически сражаясь с неравными силами противника. Имя этого героя Советского Союза носит одна из улиц современного города Тосно. В нашем музее представлена информация о других героях Советского Союза, летчиках, сражавшихся в небе над Тосно. Также в школьном музее есть экспозиция, посвященная и подлинные вещи нашего выпускника Ерохина Олега, который погиб в Чеченской республике в боях за установление конституционного порядка. Ему посвящена мемориальная доска в фойе школы. Вообще, то есть, наш музей является центром патриотического воспитания учащихся Тосинской школы номер 3, где проходят конкурсы, где проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, где мы готовим экскурсоводов для нашего школьного музея с тем, чтобы они могли рассказать учащимся нашей школы о тех героических событиях, связанных с Великой Отечественной войной и именно с нашей Тосинской землей.